Всем привет! На дворе горячий сезон, закатки на зиму. Сегодня я попробую делать компот из ананаса. Нам потребуется, собственно, сам ананас и сахар. Первым делом ананаса отрезаем хвост. Как-нибудь я попробую его прорастить, не знаю, что из этого получится. Уж больно хочется иметь на подоконнике диковинный фикус. Вот. А далее планомерно срезаем кожуру по периметру. Вот мы почистили ананас. Теперь нарезаем его кружочками и делим кружочки на 4 части. Так, ананас мы порезали. Теперь засыпаем все это аккуратненько в баночку. Поскольку наш ананас попался достаточно кислый, добавим на 3-литровую банку 250 граммов сахара. Ну вот практически и все. Осталось добавить крутого кипятка и закатать. Итак, вода закипела. Заливаем наши ананасы крутым кипятком. Как всегда, используем ложку, чтобы банка не треснула. Заливаем под самое горлышко. Залили, теперь накрываем крышкой, придерживая за края. И даем выйти воздуху. Как только пузырьки закончатся, начнем закатывать крышкой. A few moments later. Итак, прошло некоторое время, мы видим, пузырьки воздуха перестали идти, приступаем к закатке. Используем обычную российскую ключ-машину и до упора заворачиваем. Закрутили банку, если вдруг будет обнаруживаться сахар, то можно его покатать, и ананасы все заберут. Все, убираем в теплое место, накрываем и оставляем на зиму. Субтитры сделал DimaTorzok.